Pour les pêcheurs. Привет. Чуть тебя занесло сюда. Правильно. Тут то же самое. Там такой бунт, люди вообще выйдут. А девочки где? Все, разговор закончился. Надо было хитро сделать, когда разговариваем, не спрашивая. Ну, ой, ну все, сейчас пойдем до дома. Ну, наверное, на пятерку сядем. Пятерку сядешь, да, Кила, там уж пойдешь. А то с ним по Херсонской иди, там прохладнее, там лес. Деревья, по Островскому он жарче. Ну да, да. Ну я пила как-то тоже, называется «Золотое молоко». Ланцевано. Все время в голове что-то вот мне даже не заснуть. Вроде ни о чем не думал. Все как мотор, а потом Экстремально холодная вода, купание на сегодня запрещено. А это даже не вы говорите?